красивый мост через трассу. Вот, все замечательно, красиво, удобно, хорошо. Вот, но этот мост уже несколько лет, ну не несколько, год, да, там не мыли. Если вы пройдете внутри, там грязи спали с толщиной. По нему просто противно идти. Огурки, плевки там. Вот просто ужасно. В чьем видении находится эта собственность? Вот. И кто за это? Владимир Николаевич готов ответить на этот вопрос, рассматриваем, пожалуйста. Власти нет. Их и в другой отрасли нет. Их и настройки нет. Мы сейчас говорим о том, что трогают плохо, там, дороги делают плохо, люди собак выгуливают не в том месте, на мой взгляд. Это о том говорит, что идеального нет ничего в жизни. Отвечая по мосту, там окурки тоже появляются, так сказать, не из массы. А здесь присутствующие, я полагаю, частично, да, могу советовать. Хорошо, значит, отвечаю по мосту. Конкретно отвечаю. Отвечаю по мосту. По грязи. Отвечаю. Потише, потише. Сейчас, Владимир Николаевич, по конкретно. Полемику нам не развивать, конкретный вопрос ответ, пожалуйста. Отвечаю. Отвечаю. Значит, по закону мы этот мост до крайнего времени убирать не могли. Мы его изредка убирали, потому что это собственность федеральная. Если я его уберу днем, да, я был бы там, здесь уже находятся некоторые из нас. Вот. Я убирал его ночью, так, втихаря, между нами говоря, без пресса. А с недавнего времени мост передан в муниципалитет, он поставлен на наш баланс. На сегодняшний день мы заложили деньги на его эксплуатацию, на его содержание, и он будет убираться. По графику учреждения мы будем его... Вопрос мы решили.